20 января в литературной гостиной библиотеки «Автограда» состоялась презентация книги из серии «Творцы АвтоВАЗа» Петр Прусов. Автор книги – шеф-редактор газеты «Тольяттинский университет» Диана Стуканова. Я очень благодарна моему герою. Я с Петром Михайловичем, как журналист, неоднократно встречалась и всегда отмечала его великолепную иронию, его умение судить здраво и оригинально обо всем. И поэтому, когда Александр Ефимович Степанов предложил мне взяться за этот, для меня, просто мне казалось, это манблан. Я подумала, что это редкий шанс вообще в жизни журналиста. И я поняла, что это огромное везение, такой герой, как Петр Михайлович. И я не ошиблась. Я надеюсь, что для вас, любезные читатели, эта книга будет в радость. Спасибо. Герой книги – выдающийся автомобильный конструктор, известный не только в России, но и за ее пределами, вице-президент Ассоциации автомобильных инженеров Российской Федерации, профессор, заслуженный конструктор Российской Федерации Петр Михайлович Прусов. В день презентации Петр Михайлович принимал поздравления от самых близких ему людей, коллег, а также от тех, кто участвовал в работе над книгой. На аллее технической славы во Флинте, США, установлена именная звезда Петра Прусова. Но несмотря на все свои многочисленные регалии, этот замечательный человек по-прежнему легок и доступен в общении и обладает прекрасным чувством юмора. В книге не нарушен основной принцип, что никто так не врет, как очевидцы. Он выдержит. Но больше всего я сегодня доволен, что вот мы встретились в таком аудитории, где все знакомые лица, те, которые делали Остается только добавить, что в Тольяттинском государственном университете Петр Михайлович Прусов является председателем ГАК кафедры проектирования и эксплуатации автомобилей. Еще одной связующей нитью с ТГУ стал выпуск книги, автором которой является шеф-редактор газеты «Тольяттинский университет» Диана Стуканова. Поздравляем ее с выходом книги!